Stil und Stimmung, 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 Stil und Stimmung. Вадим Пирзнер, США. Вообще-то не США, я давно уже живу в Москве. Строго говоря. Мне кажется, собственно говоря, мое появление здесь будет просто естественным продолжением предыдущего. Я, наверное, позову тогда назад предыдущих людей, и они просто помогут мне. В принципе, идея такая, что я стараюсь, чтобы каждый раз, если что-то такое получается, чтобы это получалось ритмически правильно и из нужной какой-то правильной обстановки, из конкретной ситуации. То есть каждый раз это разный кусок, хотя слова все одни и те же. Вот. И в этом смысле это, наверное, противоположная задача, чем у предыдущих людей. Но в то же время какая-то очень монотонная задача, такая без выражения. И поэтому, мне кажется, здесь какое-то есть четкое. Да, и еще. Тут все говорили, вот Данила очень хорошо сказал, что вот здесь собрались люди, которые совсем по-разному думают о том, что такое, чего они представляют, как бы вот то, что здесь происходит, как бы, да? Это, наверное, так. Я, наверное, тоже отношусь как раз к такой категории людей, которые думают, что трудно даже сказать, что каждый представляет. Короче говоря, я долго думал о том, что такое песенка, что такое текст, что такое звук, что такое это. И так как я был связан с какой-то там авторской, шмавторской песней и так далее. И короче говоря, я вспомнил, как что раньше Пастернака, Мандельштама и всяких прочих замечательных поэтов, у меня в детстве был импринтинг речевок, которые были такие речевки, замечательные пионерские речевки, которые совершенно уже не имеют никакого политического смысла, типа «Кто шагает дружно в ряд? Пионерский наш отряд». Я подумал, что это была моя такая праймер, первая поэзия в действительности, оттуда, откуда-то где-то вот ритмически, и она в действительности важна. И я жил в Нью-Йорке, и я вдруг увидел, что «Homeboys», так сказать, ну, как бы вот на другом конце моей жизни, да, делают такие же городские какие-то вот частушки своеобразные, тоже с какими-то такими, как в каком-то смысле подходит. Короче говоря, мы все совместные. И вот этот первый, вернулся ко мне вот этот первый драйв, монотон. Короче говоря, эта следующая штука называется «Песня», хотя у меня нет музыки, строго говоря. Я больше не знаю, что такое музыка, что такое текст, что такое не текст, что такое это, что такое. Ну, в общем, категория больше как бы непонятна, мне пока непонятно. И, значит, для следующего куска нужно, чтобы... I think, if you can try to come here. And actually, anybody else, I think we have just three microphones. Дюша сказал, что тоже сможет сделать... можно? В действительности, это просто такой джем сейчас получается. И я просто претекст для этого джема, такого готического. Так, в общем, песня. Это как бы размышление о песне, о жанре текста, песни и так далее. Степ роет из-за поры.
пустые разговоры, молекулы воды и брошенные ты, стероиды запоры, пустые разговоры, молекулы воды и брошенные ты, стероиды запоры, пустые разговоры, молекулы воды и брошенные ты, стероиды запоры, пустые разговоры, молекулы воды и брошенные ты. Малета лопа, а песня это лето, в котором есть слова и топливо куплета. Куплет это нога, нога это планета, эстетика лагета, который дофига. Стероиды, запоры, пустые разговоры, молекулы воды, дыды и брошенные ты. Стероиды, запоры, пустые разговоры, молекулы воды и брошенные ты. А песня это храма, которым всякий хама бросает разный хлама и писает на бама. Да, песня есть проекта, в котором нет объекта, а только ближний вектор и дальний интеллект. И вот вам бисеклета, где все сошло на место, осталось только мыло и больше лишь чернила. А остался только хлеба, который правит лето, а звуки за окном, коллекция с говном. Стероиды, запоры, пустые разговоры, молекулы воды и брошенные ты. Стероиды, запоры, пустые разговоры, молекулы воды и брошенные ты. И вот вам принесло, в котором каждый жулик доходит, зулик, он девушка с веслом. А песня это темень, которой много денег, но сколько не исключи, не подобрать ключи. И вот вам лотерея с приколом из Корея, от города из Тувы и запахом травы. Трава это балета, тяжелый русский танец, где друг американец не вытащил билет. А песня это в лето, в котором есть вино, в котором я держу, в котором дано, в котором пора мысла, в котором нет смысла. А если смысл есть, то немного и не весь. Пустые разговоры, молекулы воды и брошенные ты. Пустые разговоры, молекулы воды, дыды и брошенные ты. Стероиды, запоры, пустые разговоры, молекулы воды, дыды и брошенные ты. Спасибо. Сейчас я хочу
песенку, которая нарушит традицию свирепости, такой какой-то общей свирепости слога. Такую песенку про ангела, ангел. Этот текст, как бы, он из, как бы, да-да-да, туда же. Да, дальней смерти, то вот конской, мой неожиданно бретонской, мой недостроенный дворец, мой не хранитель, не творец, мой ординарный и ничей, мой не понявший ход вес чей. Мой двуголовый, двузначимый, мой саботаж неизлечимый, мой чижик-пыжик не в берете, мой уезжающий в карете, мой непримерный и неверный, мой примитивный ангел скверный. Мой ангел медленной длины, чьи аккорды на пюпитре, в чьей иной музыке Димитрий, нет и полынчи для вины. Мой ангел мнимой красоты, мой гений чистого уродства, мой персональный гитлер сходства, как будто склеены листы. Мой черный чопорный вечерний, мой намечающийся в черни, мой проступающий едва, эскиз к наброску 2 на 2. Мой состоящий из плащей, мой начинающий Кощей, мой говорящий немой, мой ангел, ангел, ангел мой, мой бедный ангел, бедный, бедный, куда уходишь ты победный, где снов каранту самкой дали, мой ангел, павший без медали, мой исходящий из угла, мой ангел черный, как смола, мой ангел нежный, как скала, мой аварийный ангел зла. Дальней смерти топот конской, мой неожиданно бретонской, мой недостроенный дворец, мой нехранительный дворец, мой ординарный и ничей, мой непонявший ход вес чей, мой двуголовый двузначимый, мой саботаж неизлечимый, мой исходящий из угла, мой ангел черный, как смола, мой ангел нежный, как скала, мой аварийный ангел зла. То ли тучи на общине, то ли речи не в миру. Мой товарищ по вершине, мой соратник по перу. Ни колеса, ни забора, та квадрата, ни забор. Едет, едет черный ворон, мой товарищ Раппопорт. Мне Коперник, но матросов Мальком Экс и Мальком Вай. Если дергает вопрос, значит платит за трамвай. Невзирая на Европу, он колотит по трубе. Мой учитель по хип-хопу, мой товарищ по борьбе. То ли тучи на общине, то ли речи не в миру. Мой товарищ по вершине, мой соратник по пиру. Не колесами за ворот, а квадратами за борта. Едет, едет черный ворот, мой товарищ Раппопорт. Не Коперник, но матросов Мальком Экс и Мальком Вай. Если дергает с вопросом, значит платит за трамвай. Невзирая на Европу, он колотит по трубе. Мой учитель по хип-хопу, мой товарищ по борьбе. Тучи на общине, то и речи. Спасибо. Начну с самого простого. Короткое изречение. Information isn't yet knowledge. Knowledge isn't yet wisdom. Adoption isn't stealing, fantasizing isn't lying, inspiration isn't temptation, there is a freedom of choice. Информированный не значит умный, умный еще не значит мудрый. Заимствовать – не воровать, фантазировать – не лгать, вдохновение – не есть искушение, во всем есть свобода выбора.
Голые реальности, светлый огрызок, виртуальной красивости противовес, заемкостью образов и ассоциативности память хранит забытый уголок, в котором ждут с любовью или без любви, с разбитой головой, когда-то разбитную, по-мальчишески озорную, теперь же уставшую от позора и славы, на всю ту же, не такую, как все, понятную и одинокую. Следующий, значит, Коля Дмитриева стихи. Такие: у усталости есть имя, у одиночества вкус, чашка кофе на утро с сигаретой в прикус. Я уже не плачу тихо по утрам, бесчувственности, вечности, брошен кем-то мир к моим ногам. Верю, как молитву, что есть всему предел, что есть этот ужас кончится, что будет светел дом, но мир не переделать, что было того уж нет, на чужие беды я ищу ответа. В поле белый снег, как лист бумаги чистый, тишина. А под снегом травы, ссоры, прошлого лета, сплетни, разговоры. Упаду в сугроб нечаянно, прячу слезы в снегу. День рождения отчаянно, не пою, а кричу. Боль растает, как мартовский снег. Я опять соберусь, глядя вдаль. Пусть будет временем проверена моя любовь, надежда и печаль. Когда уйду, не грустите, пусть горы пусть песню споют. Тишиною звенящей одаритесь, пока есть вы, я не умру. Будет за закатом рассвет, за холодами придет весна. Там, в далеком далеке, я с вами, пока есть вы, живая я. Жив мой голос, он создан для вас. Нет ничего сложнее и проще. Жить для вас, уйти и остаться в песнях, в делах и мечтах. Когда уйду, не грустите, горы пусть песню споют. Весна 97. В душе моей давно зима, и морщинки, как узоры инея, сковав невидимую нить, хранят секреты бытия. Август 2003. Как будто первый луч света золотится в венах рек искушение. Вспомни, за ночью приходит заря, за волей приходит прощение. Еще окутаны горы туманом печали, красное солнце целует невинность небес. Так неведение новый день рождает, что есть и что будет, все в единой чаше надежды. Плащаница. Декабрь 2002 года. Простите и будете прощены здесь и сейчас. В те далекие времена, когда апостолы творили свое Писание, взор их простирался только на земле Израилевой. А знания дальних землях были еще недостаточны. Не знали, не ведали, что земля эта едина, круглая, прекрасная, голубая планета, земля. Всепрощающая, принимающая нас такими, какие мы есть, безвозмездно дарующая пищу для тела и разума нашего, всегда устремленная в будущее, земля наша, обетованная, голубая, планета, звезда, во мраке ночи, в тишине беспредельного космоса, сияет невыразимо прекрасным светом. Простите, и вы будете прощены, плащаницей сострадания и мудрости, как крыльями ангелов, поднимитесь над суетой, простите, и будете прощены, дети, рождаясь невинными, невинностью своей, естеством и таинством рождения, пусть простят вас и будут в жизни вашей знаком прощенности, капля за каплей, день за днем, шаг за шагом, нести нам вместе великую чашу надежды, веры и любви. Самое лучшее и сокровенное чело веке. Швейцария, 2004 год. На соленых ладонях боль от мозолей, прошедшие годы, капли пота на лбу. Трудно поверить, что все позади, что вглубь веков уходят памятью годы, сложившие жизнь со сроком век. Столетие дано, чтоб понять, что с жизнью дух не завершается. Ты есть им, сознанием верить, и не зря рожден быть чело веком, пройти искушение и не оглянуться, но вспомнить на миг, ты чело век, а значит, однажды уйдешь,
чтоб проверить тоннели сознания, глубину мирозданий светом озарив. Древние шаманские ритуалы и мистерии были основаны на импровизации, как вы знаете. Импровизация была основана, как всегда, на звуках природы, на возможности человеческого голоса, психики, физики и умения захватывать внимание слушателей, присутствующих, на том, что происходит. В 1993 году я была приглашена в Стокгольм на международный фестиваль поэзии, звуковой поэзии. И там впервые встретилась со многими поэтами, которые работают в направлении экспериментальной поэзии. Познакомилась с такими поэтами, как Ида Хинце, с такими уже известными музыкантами, как Жоэль Леандр. И, собственно, тогда у меня возникла такая идея составить некий, скажем, такой звуковой мистический ритуал, который бы походил внешне, скажем, на шаманское камлане, но исходил, естественно, из схематичности как, звукового сочетания как такового. Я беру в основу звук «хм-га». «Хм-га». Вот так. Да. Na 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 na
ночи. Андрей Родионов, Москва. Здравствуйте. Владимир Никитин будет мне помогать. Здравствуйте. Раз в месяц он дрался, или его били, кровью расплачивался за свои нервы. Это своеобразные месячные у него были, словно кто-то раз в месяц вырубал сервер, на следующий день наложив легкий грим. Он выходил на улицу, как заново рожденный. Но вчера, когда у красных ворот взорвали куры гриль, увы, он оказался скрытой камерой, видео наблюденный. Они уже подъехали и повезли его на Петровку. Что делали вчера около куры гриля? Курицу купил, чтобы ехать в Перловку. Они заметили красного спортивного автомобиля. Не только заметил, но и послал водителя нахуй. Что за водитель? Какой-то гаврик вышел из машины и без замаха вчехлил мне в табло, а после сел обратно в кабрик. А вы куда пошли? А я пошел на 3 вокзала и успел на последнюю электричку. Кем вы работаете? Я журналист «Живого журнала». Веду в интернете свою страничку. Потом я еще дрался в вагоне и сбил бомжа. Все равно были ботинки грязные. Невозможно было ехать из-за адской вони. Заставил его выйти на платформе. Я уза на местности, я еще встретил какую-то девку, которая, видимо, только что поссорилась с мужем. Мы купили водку и 3 пива Невских, и курицу мою сожрали около зубнухи. Поверьте, я не взрывал куры гриль. Я же люблю жареных кур. Это совершенно не мой стиль. Я не знаю, почему у меня нашли Бетфорта в шнур. Потом его убили всем отделом. Хлестали по морде подброшенным шнуром. Он проливал кровь уже 2-й раз за месяц, но так и не сознался в преступлении чужом. Было в нем что-то, чем Пушкин наделил образ Ленского. Возвышенная упертость, чисто папское упрямство. Проливать кровь раз в месяц, в этом есть что-то женское. Недаром опер сказал, что какое-то блядство. С тех пор он не любит куриное мясо и драться практически перестал. По характеру стал чем-то сродни пидорасу и ликвидировал «Живой журнал». Граждане Ирака и Афганистана, перечисляйте деньги жителям Новой Атлантиды, которыми стали жители Нового Орлеана, которые скажут вам большое негритянское спасибо. И когда новоорлеанское дело в полночь на спине крокодила пересечет Миссисипи, мы пошлем вам свою гуманитарную помощь. Ноги кур, погибших в Сибири от птичьего гриппа. Они называли нас копниками, а мы были битниками. Сказали мне с горечью в голос:
фильмы Кустурицы, мы спаянных районов романтики, а не весна на Заречной улице. Живешь здесь недалеко ты, давай до хаты своей пиздуй, немного нервного фокстрота и огоньки превосходства в глазах своих задуй. И как сивуч на дне московского зоопарка, знакомой дорогой до дома я попиздюхал, дальше по ночному таинственному парку, и то, что битвики мне в спину говорят, услыхал. Спорить засал с нами атеист, нашелся черная кошка и белый кот. Смотри, припустил гомосексуалист, штаны потеряешь, ёбаный рот. Живешь здесь недалеко ты, давай до хаты своей пиздуй, немного нервного фокстрота и огоньки превосходства в глазах своих задуй. Спасибо.